Ей 18 целых. И мы говорим, если хватит, меня блеванет нахуй сейчас. Фонарик. Скорее, рад приходит. Это пиздец. Я сразу почувствую, люди там уроды. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я был рад, и хватит, вчера осталось. Да, точно, мы совсем забыли сказать. Я буду говорить. Короче, Диана Малиновская сегодня... Вчера. Сегодня празднует свою холостяцкий 12 лошадки. Вы видите? Сколько лошадки. Может, мы пойдем куда-нибудь? А я даже наверху писала один раз. Вот, какие-то классные камеры в Диане. Oh, shit. Oh, shit. Все видели? Так, и в полосочку. Ок. Не моча. О, щит, точно. И колготки. И волосы. Я люблю это делать. Раз, два, три, четыре, шесть. И на нас смотрят парни с той лавочки. Подожди. Пьем водку. Сегодня у нас день холостяцкого. Да. То есть, я расправляю свое новоиспечённое холостяцко, как я уже говорила на видео. Самый настоящий сок. Это не моча. Это не моча. Я выражаюсь так. По-русски? По-русски. Вот, что еще хочу сказать. Диана прикольные ногти синие, мне тоже. Ну, значит... Нахуй. Ну вот. Научись ёжик взять попу. А у меня там пломбы чёрные. Только заткнись, ты меня с ней поимся. Вот, может, моча? Держи. Вот, приходишь домой, так хочется жрать. И тут открываешь холодильник, и что видишь? Стейки! Hello. Hello. This is vodka. This is vodka. Это водка. Да. Это тоже водка, вы можете сказать, это моча, вот там сок. Сок. А еще мы смотрели с Ариной и чего? Самый настоящий сок. Это не моча. Это не моча. Это национальная сила. Yeah. Как здесь. Шукрут. 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 Диана свалила на утро. Зубном я смотрела. Это водка. Да, это водка, блядь. Водка, да, мы уже поняли. Водка, это не моча, а это сок. Что это значит? Это значит, что нужно забыть. This is the river for a night. Нужно забыть. А Петя говорит, нет, это я посланник Бога. Так, парни, столовки, сейчас. Вот так вот. Через меня. Хочешь шутку? Вот, не по зубам. А что? А у меня тоже такие были. Хватит, мне не хватит. Я счастлива. Так как вчера она рассталась со своим парнем. Мне мама не разрешает сидеть на траве. Да.